Ребята, всем большой-большой привет. У меня сегодня маленькая заковычка в утолке. Я показываю. Хотите научиться такие делать макароны сами? Сейчас покажу. Сейчас я их буду делать и варить. Видите? Для начала надо замесить тесто, как на варенике. Только в муку добавляете подсолнечное масло. Раскатываем маленькими кусочками, потому что быстро обветривается. Пластик. И нам надо вот такая шпажка. Сейчас я вам покажу. Вот, раскатали вот такой толщины где-то. Порезали на такие вот кусочки. Теперь берете шпажку по диагонали, ставите вот так. Шпажку сюда. Этот кончик сюда. И поехали. Видите? Тугенько так. Она на шпажке раскатывается еще. Тесто. Видите, как красиво получается? И тут закрепить, чтобы не сползало. Все. Вот она, есть. Вот она. Видите, а потом они варятся. Такие красивые получаются. Покажу еще одну. Пашку так периодически надо мучичку, чтобы тесто не приставало. Просто, очень просто. Чуть-чуть поиграться. Ну, пельмени лепите маленькие. Можно это сделать. Вот, все, и поехали. По диагонали. Тут придавливаешь тесто. А тут оно накручивается. Смотрите, аккуратно. Медленно показываю. И сняли. Видите? Вот такая красота. Сейчас мы их сварим. Вот, ребята, я сделала сколько макарончиков. Красивые такие вот они. Поставила кастрюлю, подсоленную воду. Варить. И нам понадобится еще такая подливочка, зажарочка. Грудинки грамм 200. Маленькими кусочками тут заправила чесночок и соль. Цибулька полукольцами одна, морковочка одна, вот такими, как на корейскую. И полосочками пол перчика узенькими. Сейчас все это будем жарить. И варить макарончики. Макарончики. Под макарончики. Мяско и лучок. Вот. Бросаем. Все это готовится очень быстро. Солим перчим. Сейчас сделаем тише огонь. И морковку и перец. Красоте. Обжариваем. Вот, видите? Когда оно уже почти готовое, ну так пол ложечки или чайную ложечку муки сюда. И чуть-чуть водички, чтобы получился вот такой соус. Очень вкусно получается. Он уже готовый. Быстро это все готовится. Сейчас макарончики вытаскиваем. Это сверху. И супер. И вот смотрим. Все эти спиральки мы уже сварили. Они закрученные, мягенькие, домашние. Но это так. Если не полениться их накрутить. Вот смотрите, какие они. Соус. Красота. Смотрите, как красота.
Всем приятного аппетита. Пока-пока.